То есть я хочу подытожить то, что вы сказали. Это очень важно, на мой взгляд. Государство, молодое, становящееся на ноги, понимая, как необходимы ему специалисты высочайшего класса, вкладывает деньги, которых у него мало, в образование своих детей за границей в лучших университетах. Это была одна из самых успешных реформ, потому что эти ребята оттуда возвращались не только с высококачественным американским или европейским образованием, они возвращались оттуда с намного более расширенным кругом, с очень серьезными навыками, которые они после использовали в Грузии. Они сегодня привлечены к управлению Грузией, вот эти ребята? Многие из них работают сейчас в частном секторе. Мы не ставили задачу, это тоже было очень принципиально, чтобы человек, который, допустим, получил образование в Чикагском университете, приехал в Грузию и обязательно работал на правительство, предлагали ему работу. Но очень многие шли в частный бизнес, и мы это поощряли, потому что мы считали, что человек должен заниматься тем, что ему нравится. Если человек в бизнесе, да, с профинансированным государством образованием может принести больше пользы, то он пользу принесет стране. Он-то себе, само собой, он принесет своей семье. Но это значит, что и страна от этого будет сильнее.